Я готов. Мы поехали. Мы играем в Swag and Sorcery. Так, сейф слот. Есть время в игре. Окей, окей. Что мы сделали? Library build. Ага. Это лаборатория. Ага. Давай, мы построим библиотечку, потому что мы такие клевые, да. Молоко, а, леди, где мой виски? А я кэтнип не знаю, что такое, ладно. Виски плохо работает для твоего здоровья. Не, ну какой-то неожиданный посетитель появился в деревне. Кто-то очень рад, что такой прекрасный день. Очень клево. Очень здорово. И что дальше? Ой. Пусто, какая жалость. Чё ты за голову-то хватаешься? Что не так-то? У меня нет зеркала, но я даю... Ну я уверен, что ты там, что я красивая, короче. О, дорогой старый человек, у тебя нет зеркала? О, моя девочка, у меня нет зеркала. Не можешь ли рассказать об этой прекрасной деревне? Какой деревне? А, дом этих героев, кто ищет королевский костюм, я не знаю. Я думаю, это правильная деревня. Кто ты? А, я странствующий сейдж. Пришел сюда по совету, короче, какого-то чувака. О, да как раз вовремя. Что-то там про платье. They open a nursing home or something? What's he doing here? А, Сейдж, мудрец, ё-моё, точно. Old people often possess valuable knowledge. Короче, старые люди часто содержат очень полезное знание. Полезное знание? Что за херню ты несёшь? А, знание и сила. А, что-то на основе твоих бойцов реальные герои идут... И сражаются. Я не собираюсь что-то тут сидеть и читать старые книги. Они не сидят и читают. Ну да. Нонсенс. Реальные герои сидят в канцельере. Что за канцельер? Ну-ка. Канцелярий, ёпта. Канцлер. Канцлер. Пишут свои контракты и в октопулете. Ладно. Отлично, мы сделали ancient, ну, древнее искусство, короче. Твоих героям нужны нуждаются в помощи, и, короче, им нужно что-то изучить. В общем, иди и изучи. О. Ладно, золото есть, давай изучим. Так, а что нам надо? А, у нас же есть... У нас есть деньги? А, нет, нет. Give ancient play. Короче, принеси кузнецу 15 древних пластин. Или что-то в этом духе. И убей 5 крыс. Heavy hand. Ёшкин кот. Хрена себе тут всякого барахла. Так, а тут что у нас? Манна-пот, манна-тюб. Потом зелье. Ага, зелье. Так, сейчас, надо вспомнить, что мы делали. Так, что у нас есть? У нас есть чувак, у которого есть... Так. А, два зелья только можно, ладно. Тут тоже два зелья. О, у детки ничего нет. А раз у детки, у Казуки ничего нет, надо ей что-нибудь придумать. Сейчас мы что-нибудь ей придумаем. Вопрос, что мы ей придумаем? Я не знаю. Так, у нас есть вот эта вот херня. А, Казуки.
Казуки, казуки, казуки. Ладно. Так, бандитская. О, бандитская. Короче, комфортная броня для того, чтобы комфортно лутить некомфортных монстров. Ну, прикольно, да. Так. Ну, окей, казуки, да. Ёлки, пятый уровень нужен. Так, момент. А чё? Так. А, лечебные штучки в конюшне. А, ты можешь добавить эти штучки в конюшник, чтобы ты не мог их, ну, чтобы не приходилось их каждый раз восстанавливать. Фига себе. Так, момент. А, ну хотя ладно, да, поехали. Файт. Сейчас эти чуваки немножко прохерачатся у меня. Насколько я знаю, они легко прохерачатся. Ну, по крайней мере, ничего не должно. О, да-да-да, давай-давай. Они, по-моему, победили у меня в прошлый раз эту сову. Я просто пока не знаю, буду ли я еще записывать эту игру, не буду, пока у меня вот сомнения. Возможно, буду, возможно, нет. Посмотрим. Хотелось бы что-то еще пройти, чтобы освободился слот, чтобы можно было что-то еще сделать. Результат. Ага. О, скаут-джакет. Ух ты, шклевка. Так, казуки. А, левел 4. Ну что ж, казуки. Тогда и ты тоже, что ли, отправляйся. А, хреново. Да, я понял. Я понял, что мне нужно взять с ней какого-нибудь чувака, чтобы он ее защищал. Тогда Essence Adoption мы сделали, окей. Отлично! Кто сказал, что книги бесполезны? У нас есть достаточно эссенции от монстров, которые ты уничтожил, чтобы превратить их в ману для заклятий. О! Энергия собрана. Сделать 50% энергии. Секрет куба. Добро пожаловать, если вы интересуетесь мистическим кубом на столе. Отлично. Я не могу раскрыть секрет, но, может быть, вы мне поможете собрать немножко эссенции. Принеси магу 5 эксклюзивных эссенций. Ладно, давай с тобой, чувак, попробуем. Ты же сильный. Ты мою девочку защитишь, а она прокачается. Давай, что-то монстров нет вообще, прям как-то везет. О, монстр. Ударь его, правильно, молодец. Ты же сильный. А девочка прокачается. О, супер. Я же сказал, ты молодец. Хотя девочка прокачается, мы же ее вот тут должны прокачивать, правильно? Правильно. Да. Так.
И 2700 нам нужен на новый характер, на нового персонажа. Секундочку. Значит, теперь мы можем на тебя одеть вот эту херню. Хотя, подожди. Ну, подожди. Тут что у нас? Все, девочка у нас теперь сильная. Ладно. Так, а что я хотел? А, это сделать. А, здесь мы можем построить. Нет, не можем. Pine Lock. А, competition available. Ну, давай попробуем. Окей. Ага. Может, мы что-то займем даже. Я не знаю, конечно. А-а-а. Что-то они обновили, короче. Теперь у нас все по-другому. Ну ладно. Мы, короче, первые рублю бак. Первый, второй, третий. Ну да. Подкупили, подработали и все. Что у нас? У 20, 200, 200, 300, 300. Прекрасно. А, новые рецепты доступны. Япона, мать! Fashion House. То есть вот здесь вот. А, ну вот тут ты можешь типа строить, чтобы это. И, короче говоря, понятно, да. Give essence. Окей, мы сделали 300 золотых добрали. Современная диета. Принеси 8 кусочков этой, как он называется? Волчий, как, короче, пел ты. Кстати, секунду, может быть, тут же, наверное, есть русский. Чё я парюсь? Что я парюсь, спрашивается. Да, ну все, пора за дело. Еще не забыли про королевский указ? Отправьте героев, убивайте монстров и собирайте эссенцию, а то они у вас совсем расслабились. Цель создать 50 единиц манна. В наличии... Вы, наверное, слышали? А, ну да, кстати, у меня есть волчья шкура. Вот, Wolf Pelt — это волчья шкура. Окей, мы получили там какую-то фигню. Эксперимент должен продолжаться. Я решился предпринять еще попытку. Я пришел к выводу, что в многочисленных цветовых пятнах на наклонениях куба есть какая- некая закономерность. Мне нужна еще эссенция. Манна. Манна дает использовать различные заклинания, которые могут вашим героям в бою. Вот это прекрасно. Открывает сауне доступ к усилению тяжелая рука, увеличивающий урон, наносимым персонажем. Так, а пожалуй, мы пойдем сходим вот сюда. Да, вот здесь же у нас, вот. Вот здесь у нас это вот херня. Пойдем сходим. Он что-то сильно машет. То мы как раз можем построить. О, прекрасно. Колпак, рубашка адепта. Штаны адепта. Супер. Мы что-то можем построить. Кажись, мы все в городе построили, на самом деле. Ну да ладно. Что у нас здесь? А на персонажах у нас есть что? Да, есть, есть. Так, 1150, ну это, конечно, круто.
Ну, дороговато. Ага. Продать мы ничего не можем. Печалька. Нагрудник ополченца. Давай-ка. Так. 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 Сейчас, секунду, а тут у нас... Нет, не ты. Вот ты, по-моему, да. Чё у тебя-то? А, ну у тебя как раз на шлем ополченца и все с ополченца. Отлично. Все, подожди, 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 подожди-ка, а чё у нас тут? А, типа, есть прикол, можно менять. Хотя, возможно, да, я не буду записывать игру. Ну, как бы, блин, не знаю. Сейчас, давай его разобьем. Отправим. Так, а то что-то я как-то прям утерял одного чувака. Ага. Ну давай, детка, еще создадим что-нибудь. Немножко продадим. Так, что у нас здесь с чуваками? Расслабить, да. 651 осталось. Ну как так? Вообще жить невозможно. На самом деле я бы поиграл, но мне кажется, это уже скучновато становится. То есть, вот это вот все я уже видел, мрачные руины, блин. Уровень 3.24. А, ну понятно, потому что здесь вон с третьего уровня надо начинать, как минимум, до 24-го. Ну, проще вот здесь, конечно. Потому что мы уже прокачаны, а здесь как раз до 5 уровня. В принципе, легкие боссы. Заклинание. Да, и он особо так они не машутся сильно. То есть можно. Просто типа пришел, посражался, убил. И ушел. Накопил, опять возражался, опять и ушел. И так, короче, пока не надоест. Ну, это примерно точно так же, как вот я играл в этот. А, кстати, Demolish и Destroy, где там разрушение. Я, наверное, тоже, я же геймплей, по-моему, туда написал. В принципе, наверное, тоже. То есть у меня будет 3 слота свободно сейчас. Ну, посмотрим. Я поиграл вчера в Prey, мне очень понравилось, я думаю, может быть, я ее буду записывать. Она очень крутая, это прям такой экшен, хоррор и вообще супер. То есть, прям мне прям зашло. Вот. Из GTA-шных есть интересная тема, конечно, это вот эти вот всякие, там, я не знаю, Sleeping Dogs. Потом Saints Row. Потом есть еще... Майнкрафт в космосе, есть просто Майнкрафт, который очень прикольный, этот Boundless, мне нравится, в принципе, там очень много квестов. Я туда давно не заходил, наверное, уже все уничтожилось. Ну, посмотрим. Короче говоря. Ладненько, так, что мы сделали? У нас есть 701, и мы можем... Ополченца мы не можем, зато мы можем, наверное, вот сюда. А, нет, тоже не можем. Это чё? Тёмная шкура. А, вот из волчьей шкуры. Доступен конкурс. Так, сейчас из тёмной шкуры сделаем. Так.
Отлично. Ладно, конкурс есть, можно создать. Может быть, даже мы потом создадим для этого, как он, для конкурса всякие штуки. Ну, в принципе, да, я говорю, в эту игру можно играть как в этот, как его называется. О, отлично. Теперь на Эля можно. Кадзуки. Ну, баблосов нет. Ладно. Пойдем еще раз в волшебный лес ходим. У нас клевый чувак, который стреляет. В принципе, неплохо. То есть, есть стреляет, есть... И вот этот, который убивает. Только их, по-моему, двое. А что, больше двоих нельзя, что ли, брать с собой? Было бы прикольно, если бы можно. Я бы тогда взял бы еще мага сделал. Ну ладно. Так. Три победы в ряд. После трех побед включительно вы получаете дополнительные бонусные очки к прогрессу до босса. Неплохо. Так, отдать древняя пластина. Древние пластины. Откуда я у тебя их возьму? Так, ладно. Тут каждое здание можно апгрейдить. Ну, кстати, я уже какой-то апгрейдил, да. Так, и тут... А, тут нельзя, тут можно только изучать. Тяжелая рука, но мы его уже исследовали. Теперь вон лечение. Открывает доступ к активному умению лечения, которое становится здоровье указанному герою. Прикольно. Так, ладно. Про баночку. А что нам надо? Единиц маны создано. Единиц маны создано. Давай попробуем что-нибудь создать. Здесь нас нет. А, здесь тоже нет. А вот арбалет бандита. Ну, конечно, арбалет бандита хер создашь. А вот давай вот это, вот это. Интересно, это все можно продать, нет? Проверим. Ну, вообще можно, да. Так, подожди, простой арбалет. Сейчас, Наэль, да, у нас Наэль ходит. А, чувак, тебе отдадим, потому что... А вот это продадим. Так, сейчас, давай. Эффективность производства. Тут еще он что-то есть. Ну да, это, знаешь, это больше игра, подходящая для мобильных устройств, чем для компьютера. Ну и на компьютере можно поиграть. В принципе, я сейчас как-то, да, я перешел немножко на компьютер, просто потому что на телефоне пока я не вижу ничего такого крутого и интересного. Хотя есть пара игр, я, наверное, их тоже как-нибудь освещу, запишу, но... Не, нет, еще не сейчас. Ага, я все продал. Так, а здесь улучшать нельзя. А, ну это, видимо, потом откроется. Ладно, чуваки, давай вперед.
А, то есть можно только... Нельзя ходить в одно и то же место двумя чуваками. Можно только одним. Ну, то есть одним набором. Второй набор туда не пойдет. Ну, ладно. Ну, давай лечение. Так, ага. Крыс-падальщик убита. Отдать эссенции. Цель волшебника заряженная эссенция. Ага, заряженная эссенция. Баночка, пробирка, зелье, малое зелье, лечение. О, целебный медальон. Ебона мать. А как же... Я не понял, а чё, а где? Так, ну давай, что там ты можешь создать? Казуки, давай, развитие, развитие, отлично. Чуваки, в бой. О, сейчас нужно будет попробовать выиграть конкурс с помощью одежды. Шапка разведчика, простой арбалет, топор мороза. Шапка разведчика 2. О, типа лучше. Вот шапка разведчика просто, а есть шапка разведчика лучше. Сейчас момент, а чё, где у нас шлем ополченца? А на тебе чё? Шапка разведчика. А-а-а. Ну, короче. Можно, но не будем. Меч ополченца. Так, ну, чуваки, давайте еще вперед, а мы пока... Нет, не здесь. Это можно сделать вот здесь, скорее всего. Вот, меч ополченца, да. Но тут медная руда и каштан нужен. Так, сейчас, момент. Кто у нас носит меч ополченца? У Наэля простой арбалет, но какой-то он непростой. Ладно. Ну да, наверное, я эту игру тоже завершу. То есть, это будет последнее видео по ней. В принципе, интереса пока уже мало. Некоторые игры, они, конечно, прикольные. Вот та же самая Аутонавты, где автоматизация. Там весело. Там просто, на самом деле, очень весело в том плане, что... нужно думать, как создать, какого лучше сделать этого, ну, бота, что ему дать, чем он, что он должен уметь. А тут как-то очень просто. Ну-ка, подожди, посмотрим, тут вы что-нибудь сможете собрать. О, сосна. Отлично. Железная руда. Давай, давай, нормально все. Да, что-то ты силен, чувак. Ладно.
Может, мы дойдем до конца? Справимся, нет? Ну давай еще вот эту крысу завали. Да, выпей там зелье. А ты сдохнешь раньше времени. О, молодец. Молодцы, товарищи. Молодцы. Кадзуки, да, давай расслабим. Так, секунду, нам надо что-то сделать, там надо что-то создать. Шлем бандита. Отлично, шлем бандита мы сделали. Шапка разведчика. Ладно. Немножечко подработали. Так, ага. Подожди, а тут что-нибудь есть, что мы можем создать? Ну. По ножам можем, да. Окей, продали. Пластина так и осталась один. Вон, крыса падальщица, это 3 из 5. Отдайте эссенцию, тоже есть. Ну, в общем, ладно. Деревенька небольшая. Я ее, по-моему, всю застроил. Все, что можно было сделать. А дальше остается просто тупо проходить до конца. Ну, собственно, это мало интересно. Поэтому, я думаю, на... Это можно завершить эту игру и, в принципе, больше пока не записывать. Может быть, когда-нибудь, но не факт. Скорее всего, нет. Все, всем спасибо, до скорых встреч, удачи!